Ко мне после заседания Президиума Совета Законодателей практически подошли все члены Президиума с вопросами, с недоумениями вообще о вот этом, так скажем, голословном выступлении, заявлении и даже обвинении, наверное, лидером партии ЛДПР Жириновским Законодательного собрания Владимирской области. Ну, честно говоря, сегодня два органа государственной власти нашего субъекта Федерации Владимирской области работают, конструктивно взаимодействуют, и понятно, что принимаются какие-то законы, понятно, что есть, наверное, какая-то критика и действий исполнительной власти, где-то критика действий депутатов. Это вполне нормально, это логично, это цивилизованное обсуждение практически всех задач, которые сегодня стоят перед Владимирской областью. Законодательное собрание области работает исключительно в рамках федерального закона. И если кому-то не нравятся принимаемые нами решения, они имеют полное право подать в суд. В суд никто не подает. Либо считают, что мы правы, но чем-то недовольны, либо просто боятся проиграть.